Сегодня проводится большая работа по обеспечению питьевой водой жителей каждого населенного пункта. В этом направлении особое внимание уделяется отдаленным селам. Так, в селе Косагаш Иртышского района была запущена водонасосная станция. Благодаря реализации двухлетнего проекта было проложено более 13 километров нового трубопровода. Общая стоимость работ составляет 503 миллиона тенге. Спасибо всем за ваше терпение. Вы много лет ходили на колонку с флягами и нагруженными возвращались назад. Теперь таких больших неудобств с водой у вас не будет. Сам район обеспечен водой на 98%, а когда селе Кызылкак работа закончится, то будет 100%. Рахмет. После завершения официальной части открытия аким района ознакомился с работой станции и попробовал саму воду. Пожилые жители села, много лет страдавшие от отсутствия благ цивилизации, рады, что это закончилось. Здесь, в нашем селе Косагаш, наконец-то есть чистая вода. Я благодарна властям, акиму села. Теперь такая прекрасная вода в каждом доме и в каждой семье. Ванна и туалет у нас уже есть. Осталось установить стиральную машину. Следует отметить, что в Иртышском районе 98% населения обеспечены чистой питьевой водой. У нас в Панфиловском округе 3 населенных пункта. Село Косагаш – одно из них. И вот в прошлом году был дан старт строительным работам по водопроводу. В этом году они успешно завершены. Вода подается хорошо, люди довольны ее качеством и, конечно, очень рады. В селе Косагаш проживает 333 человека, 120 семей. Сейчас подключили еще 100 новых объектов. В этом году в трех селах Иртышского района ведутся работы по водоснабжению. В селе Косагаш они завершены. В селе Узунсу проходит испытание водопровода. А в селе Кызылкак планируют завершить работы в конце текущего года. Ермек Сапаров, Байтурсын Жумабай, Алексей Мехедов, Иртышахпарат из Иртышского района.